ростовчане, всех от души приветствуем. А вы вот замечали такую тенденцию, да? Идет рабочая неделя, вы трудитесь на работе у себя, на улице при этом солнышко, теплынь, ходи, гуляй, не хочу. Но приходят выходные, и все портится, идет какой-то дождь, пасмурное небо, не так уже на прогулку уже так легко и не выйдешь. Ну, а существует ли действительно такая вот какая-то тенденция, какая-то закономерность, да, вот подобная? Ну, ученые утверждают, что нет. Это все дело в особенностях нашего мозга. Мозг, ну, так уж получилось, воспринимает негативную информацию, записывает, так скажем, да, на подкорку, ее намного лучше и охотнее. Так что ухудшение погоды, такое мнимое ухудшение погоды на выходных, вполне в эту теорию ученых вписывается, но не спешите расстраиваться, это отнюдь не подводка к плохой погоде на выходных. Погодные условия не будут никак отличаться, практически никак, от рабочих дней. В выходные и понедельник солнце будет выглядывать из-за облаков, но не слишком активно, периодически. А в основном будет пасмурно. Что касается температуры воздуха, все стабильно. По ночам плюс 7-8, днями еще на пару градусов теплее. А вот ветер будет нестабильным. Если в субботу он подует с вполне умеренной скоростью 3,5 метра в секунду, то в воскресенье разгонится практически до 7, а в понедельник снова чуть притормозит до 4 метров в секунду. В общем, если усреднить, довольно приятные в погодном плане выходные. Также приятно, желаю вам их провести.